Алла Пугачева без макияжа и парика. Одна из самых востребованных и популярных певиц российской эстрады Алла Пугачева для многих уже не один год является образцом для подражания. И те, кто тщательно следит за жизнью и творчеством Пугачевой, прекрасно могут заметить, как именно менялся облик Примадонны на протяжении многих лет. Последние фото Примадонны говорят о новом теле и образе. Певица сильно постройнела, помолодела. В жизни Аллы Борисовны Пугачевой было немало периодов так называемого поиска себя. Она подбирала оптимальный имидж, искала варианты макияжа. Пожалуй, позволяла себе экспериментировать для строгого советского времени, но только в шуточных клипах. В общем и целом же макияж ее был достаточно сдержан. Фотошопа в то времена еще не было, так что поклонники всегда могли наблюдать певицу практически естественной и натуральной. Но время шло, появились новые технологии. Визажисты узнали новые тонкости макияжа, и Примадонна буквально расцвела. Она помолодела, лицо ее приобрело большую графичность. В чем, конечно, была немалая заслуга и ее визажиста. Но рискнуть попробовать эпатажный имидж она так и не решилась. Поэтому в ее арсенале только слишком выраженный вечерний вариант макияжа. Но и такой всеми признанной и любимой певице нередко хочется отдохнуть от мира гламура и уединиться с самой собой. И тогда она смывает косметику с лица и остается такой, какая она есть.